3210, вы на канале Мисс Николь, и там происходит какой-то кошмар в Праге. Никуха на связи. Мы не можем никак начать этот влог, но сейчас мы начнем. Ждите. Ну что, ребята, 3210, вы на канале Мисс Николь, и сегодня у нас видео в тематике Хэллоуина, так как через пару дней Хэллоуин. И мы будем снимать это видео два дня, потому что первый день мы будем снимать для вас часть, где мы выбираем приколдесы на Хэллоуин по буквам, а второй день мы будем украшать мою комнату. Ну, естественно, это будет не просто покупки на Хэллоуин, а будет покупки на Хэллоуин по буквам алфавита. Я буду крутить на рулетке, и какая буква мне выпадет, на такую мы и покупим что-нибудь хэллоуинское. Итак, мы крутим первую рулетку и выбираем, какая же буковка нам попадется. Буква Т. Эй, пап, посмотрим, я даже не знаю. Идем в магазин, смотрим, что будет на букву Т. Погнали. Погнали. Тыква. Да ладно, кстати. То, мы, будет, кстати, находимся сейчас во Франции. Мы здесь очень давно, кстати, не были, но как минимум я. Да, поэтому мы сейчас идем в красивейший магазинчик со всякими штучками-прибаучками и покупаем что-нибудь. Что там есть на Т. Ребята, вообще, пока мы будем искать, что купить же нам на разные буквы алфавита, вы напишите в комментарии, что у вас приходит на ум на эти буквы. Например, сейчас на букву Т. В общем, ребят, сейчас мы стоим перед магазином Немо. Тут всегда всякие приколюшечки. Прификуль. Ладно, неважно. Мы здесь покупали все на Новый год, как что-то такое тематическое. И посмотрим, что здесь есть на Хэллоуин. Погнали? Погнали. На какую букву? На Т? На Т. Я уже все. Ну, на Т, как бы, вообще-то у нас права, тыква. Поэтому все, что с рисунком тыквы, по идее, оно может подойти. 20 minutes later. Короче, ребят, единственное, что я с тыквами здесь нашла, это вот такие вот LED-лампочки. Хотя короче, мы думали, что с тыквами будет реально очень много. А в итоге ничего нет с тыквами, кроме этих лампочек. Просто тыковки тут, которые будут светиться. Все. Ну, мы как раз посмотрим в конце видео. Посмотрите, как мы украсим этими тыковками комнату. И на следующую букву мы переместимся в другой магазин, потому что здесь реально очень мало всего. Очень мало, всего лишь один стендик, и все. Нам не с чего выбирать. Пошли в другой магазин. Мама, это формочки мозга, формочки скелета. Вот такая формочка. Вот такая. Короче, мы просто проходим мимо магазина, и тут на Хэллоуин все для кухни. А вот тебе и тыковки. Класс, как мило. Там есть чашечки, у нас есть чашечки в виде тыковки. Я так хочу чашечку в виде тыковки. Ну, мы на Т уже вроде как приобрели все. Кстати, кому это интересно, сколько стоит такая штука? 6 евро. Вот эта фигня стоит 6 евро. Ты смотри, смотрите, здесь сколько метров? А, тут не... Мне кажется, она короткая, маленькая. Ох, знаю, тут не написано, поэтому все. Короче, ребята, смотрите, какие формочки мы нашли. Это такая очень оригинально. Я раньше, короче, пекла синнабоны. Я думаю, что я бы печеньки тоже смогла испечь, но у нас, короче, духовки нет в новой квартире. Да, в новой квартире, но, к сожалению, духов. Смотрите, какие еще есть формочки для выпекания. Посмотрите, в виде тыквы, жука, летучие мыши, привидения. В виде скелета, прикольно. Магазин для посуды намного ярче, чем магазин с всякими мелочами. Итак, ребята, у нас вторая локация. Прошло уже очень много времени. На прошлой локации мы ничего не нашли, поэтому мы решили крутить прямо здесь. Итак, буква О. Буква О. Честно, в голову ничего не приходит тебе? Ну, тогда пошли в магазин, потому что этот магазин гораздо ярче. Вот, посмотри, только входишь. Николь, ты типа испугалась, да? Мам, я тебе клянусь, здесь сначала сошла. Вот здесь уже смотри, сколько... Я хочу себе такое домой. Так, ну что, Николь, показываем. Тут всякие, посмотрите, горшочки. Очень много паутины. Я бы такую штуку купила себе и какие-нибудь сладости. Но на О. Ребята, пишите в комментариях, потому что Николь не знает, что можно купить на О. Ну посмотрите, какой шикарный магазин. Николь так удивилась. А ну-ка, что это? Посмотрите. 75 евро и такая штука будет у тебя. Главное, чтобы он не заговорил, потому что я испугаюсь. Зай, ну слушай, О, я овощи, например. Есть какой-то овощ? Тыква. О, ну тыква, снова тыква. О, боже, посмотрите, как это страшно. Обалдеть, мамочки. Почему так это страшно? 15 minutes later. Вот это магазин. Это очень. Посмотрите, ребята, я надеюсь, что YouTube не забанит такой кошмар. Картина живая, которая, знаешь, подходишь ближе, она начинает двигаться. А ну давай покажем. Или эти просто переливашки. Ой, боже мой, я... Да, смотри, сверху он страшный. Могилка. Николь, о, окружность. Так, это что такое вообще у нас? На какие буквы? Скелетоны. Скелет. Нет. Череп. На че? Нет. Блин, а что ж там? Посмотри, глаза какие-то. Я, правда, боюсь их брать, мне страшно. Это выглядит очень классно. Это будет овощ, да? Что мы делаем? Как мы купим на букву О, если мы не
знаем, что такое буква О. Давай я тебе даю 5 минут на поиски, 10, ладно. И если ты ничего не найдешь, будем крутить новую букву, хорошо? Да. Итак. Это очень круто. Николь просто в шоке от этого магазина. Это стоит 270 евро, у тебя такая штука дома стоит. Но он стрёмный, Николь. Он реально... Но это стоит реально 300 евро. Боже, она тоже что ли шевелится? Ну вот это реально очень страшно. 250 евро. Это ужас. Просто я говорю цены, чтобы вы даже офигели вместе со мной. Потому что, по сути, честно, вот такая вот хрень у тебя в комнате, это стоит 250 евро. Кстати, Николь, мы же придумали на О, это... Оборотень. Оборотень или одежда? Так, оборотень. Ну, блин, за 250 евро это, конечно, наверное, жирновато. Я бы купила могилку за 20 и этого скелетона, который вот такой вот за 70. Николь, а как же челлендж? Как же по буквам? 5 minutes later. Что такое? Эта херня начала на меня говорить. Это то, что ты сказала, стоит 400 почти евро. Ребята, магазин просто нереально крутой. Мне кажется, это стоит, если пуха. Если бы я была богатой, то я бы потратила 300 евро на такую штуку, чтобы у меня в комнате стояло. А теперь знаешь, что я тебе хочу сказать? Помнишь, ты мне сегодня сказала, что ты хочешь сделать тренд? Это можно без буквы, потому что это надо будет, чтобы показать всем, какой... Макияж? Да, макияж. Ты посмотри вот туда, на линзы. Пошли, быстренько покажем всем. Посмотрите. О, вот такие тебе нужны, Николь. Вот такие линзы тебе нужны. Посмотри. Во-первых, посмотри. Боже, ребята, вы такой магазин нашли, что мы в шоке просто. Посмотрите, сколько количества линз. Смотрите, эти 9 евро. Вот такое, наверное. Эти 19. Очень красивые, но нам нужны черные. И вот эти всякие необычные. Вот еще какие необычные блэк. Ну, да. Видишь, это большой зрачок, а мне нужен такой. Окей, тебе нужен... А, да, то вообще зрачок на пол глаза, да, получается? Так, мы выбираем, короче, сначала линзы, да, видишь, черные. Да, 18 миллиметров, это очень большой. Да. А вот это вообще на пол глаз. Да, вот такой обычный черный, если мы должны взять. Я сейчас в таких магазинах покупать что-то вообще для глаз и для такого, но... Ну, так как тебе надо всего лишь на одно видео, я думаю, что ничего плохого с тобой не произойдет. Короче, ребята, на О есть оборотень. Вы Николь решила... Решила купить вот этого оборотня. И стоит он, так чтобы все понимали, 90 евро. Ну, если честно, будет грех сразу после Хэллоуина разобрать всю комнату, поэтому у меня будет стоять немного дольше, чем я планировала. Но в любом случае... А еще это самый последний экземпляр. То есть, да, последний экземпляр. Если нам его упакуют, то, в принципе, на О мы берем. Ребята, мы нашли, короче, попкорницу. Прикольно, да? Смотрите. Ребята, кто поменяет сейчас памперсы, вы с нами, потому что мы чуть-чуть испугались. Ужасная штука, ужасная. Честно, тут испугались все. Итак, ребята, выбираем следующую букву, так как оборотня мы уже нашли. Кстати, нам нужно спросить, можно ли вы его купить вообще. Ну да, кстати, да, итак, давай. Итак, погнали. Буква М. Что у тебя приходит в голову на букву М? Маска. Вот, так вообще легко. Вообще любую маску. Николь. Вот маски. Посмотри. Да, есть еще маска Крика. Ребят, пишем в комментариях, что у вас на букву М. Что? Могилка. Да ладно, точно. Могилка на букву М. По-моему, тоже последняя осталась. Ты хочешь сказать, что ты не хочешь больше маску, ты хочешь могилку? Да. Ты же сдурила, Николь? Так, эта могилка у нас стоит 22 евро. Да, ребята, короче, в комментариях пишем, сколько всего Николь ты сегодня потратит. И... Много. Да, а мы лайкнем ваш комментарий. Ребята, выбираем следующую букву. Пока, да, пока нам, кстати, упаковывают вот это все, то, что мы купили. Вон там девочка нам упаковывает вот эту штуку. Давай. Давай, делаем букву. Это буква S. S. Свечка. Я же тебе только говорила о том, что я свечки хочу купить. А, ну вот. Но подсвечник? Нет. Получается свечка. Вот. Вот такие свечки, да? То есть подсвечники вот эти мы не можем купить. Ну, потому что, ну, свечка это не подсвечник. Не знаю, может быть, конечно, ребят. Пишите в комментариях, как бы было честно. Было бы честно, подсвечник бы. Есть еще стаканчик. Интересно, есть ли здесь стаканчик? Вот такой, знаешь, как с тыковкой я хотела. Можно пойти посмотреть. Здесь нет стыковки, но смотрите. Я нашла. Здесь есть вот такой вот, миленький. А где этот, за что его брать? А, это типа рюмочка. Ну ладно, стакан. Ну да, это стакан. Стакан. Я думаю, что все. Так, Николь, мы забираем линзы, забираем наши все покупки, едем домой, и вы будете свидетелями, как мы украшаем комнату, и как Николь сделает макияж, а потом тренд из ТикТока.
Так, мы после магазина, у нас ночь по факту, а Никуха все продолжает украшать. Посмотри, вот так вот это здесь. Ну, еще ничего не закончила, она, но завтра это будет все как-то на финишном. Короче, вот так я сделала этот стаканчик, в виде подставки подсвечу. Завтра все еще батареечки купим. Батарейки купить, потому что ничего не работает. Да, поэтому... Кики, тебе нравится эта штука? Ты не будешь бояться ее, когда завтра она загорится, да, глаза будут зелененькие? А Майкл у нас вообще. Но он нас грызет. Ну что он грызет? Никуха продолжает. А мы встретимся уже завтра. The next day. Итак, день два. Что у нас здесь происходит? Николь начинает делать. Но вы испугались? Я да. Мне очень было страшно, когда я увидела Никуху в таком образе. Николь смотрит какой-то сериал. Кто знает, тот поймет. И я сейчас вам покажу комнату, как украсила Николь. Здравствуйте, так сейчас вируситься тренд с макияжем олененка. Вообще придумали этот макияж как хэллоуинский, но мне кажется, он очень милым. И я буду в свой тикток снимать, как я его делаю, и потом еще куча-куча разных видосов с этим макияжем, поэтому подписывайтесь. А тикток, да, ссылочки будут в описании. 2 hours later. В общем, ребят, я уже закончила макияж, и сейчас я буду снимать тренды в тиктоке, потому что на грех что-то в таком образе не снять. Ну, кстати, ребята, пишите в комментариях, обязательно нравится ли вам Николь с черными глазами. Честно, сначала мне было очень страшно, но сейчас мне правда тоже нравится, очень прикольно. Да, Николь, кстати, заболела, не знаю, пойдет она завтра в школу или нет. А вообще, комната получилась классная, макияж получился очень классный. Очень крутая комната, это шедевр, это произведение. Я даже, если честно, когда думала, что я буду украшать... Что это? Я даже когда я думала, что буду украшать комнату, я не знала, что так круто получится. Ну, очень классно. Еще у меня здесь LED-подсветка, я ее включаю обычно красным. А давай включим LED-подсветку. Давайте. Здесь вот батарейки, короче, мы все еще не ставили батарейки, ну ладно. И теперь можно притушить немножко свет. А сейчас уже... Бывает. Вот. Вот теперь. Блин, не хватает, конечно, вот батареек в эту штуку, которая и будет... Светилась и орала. Да, светиться и орать. А мы, получается, закончили украшать нашу комнату. Она получилась безумно-безумно симпатичная. Немножечко некомфортная для спанья, потому что я сегодня проснулась утром, смотрю, стоит кто-то там. Я вообще не понимаю, как ты вот это терпишь, честно. Но она мне вчера сказала, закрой быстро комнату, потому что мне два раза показалось, что она начала двигаться. Итак, сейчас мы смотрим видео в TikTok. Talk. Кстати, ребят, мои аккаунты в ТикТок, разговорные и с обычными видосами, будут по ссылочке в описании. Обязательно переходите и подписывайтесь. А мы можем прощаться, и всем пока-пока. 3, 2, 1, 0, вы на канале Мясникова. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца, и не забудьте поставить лайк. А я не побежала, но грустнее, короче. Все.